Квартиросъемщик убил хозяина. Преступление было совершено в ноябрьске осенью прошлого года. Одинокий мужчина сдал комнату в своей квартире уже немолодой семейной паре. Примерно через 2 месяца совместного проживания между соседями произошел конфликт, в результате которого квартиросъемщик сильно избил хозяина. Пострадавший попал в реанимационное отделение больницы и через 10 дней скончался. Было возбуждено уголовное дело, по которому ноябрьский городской суд уже вынес решение. Изначально подсудимый вину в совершении преступления признавал полностью. После совершения преступления, непосредственно после того, как доставили потерпевшего в больницу, им была написана явка с повинной. Он прошел судебно-медицинское освидетельствование. Он был допрошен в качестве подозреваемого. Далее от своих показаний он отказался, в качестве обвиняемого вину в совершении преступления не признал. При рассмотрении уголовного дела в суде он уже не признал свои показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого. Судом он признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.